Здравствуйте, все зрители моего канала! Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я получила заказ Avon. Avon по 14-му каталогу. Вот такой он был, двухсторонний. Заказ у меня небольшой, но сейчас я вам буду показывать, что же я получила. В этом каталоге был всеми моими заказчиками, моими друзьями, любимый Today. Today 100 миллилитров. А по цене он шел как 50-миллиметровая бутылочка. Естественно, как же они могли не заказать? И вот у меня в заказе. Раз. Два. И три. Таких вот флакончиков. Вот такой вот у меня заказик. Но это не все. Еще одна знакомая попросила заказать ей блю, мужскую водичку туалетную для ее внука. У внука был день рождения. К сожалению, водичку привезли поздно, и она будет поздравлять ею позже, чем прошел у них день рождения. Но я вам покажу. Она не зафольгирована, поэтому я покажу, какой здесь флакон. Флакон здесь 100 миллилитров. Все очень любят эту воду, голубую. Зеленая, кстати, тоже очень вкусная. Я мужу дарила как-то. Вот, давно, когда он очень любил водичками пользоваться. Вот. Но все мои знакомые больше всего любят вот эту воду. Во-первых, она дешевая, во-вторых, она вкусная, стойкая и объем у нее хороший. Вот такая вот водичка. Еще одна моя дорогая приятельница, моя Света, заказала себе вот такой вот крем. Девочки, к сожалению, не могу распечатать, потому что он не из дешевых. Он под целлофанчиком. Ну, я вам покажу на страничке этот крем. Вот такой вот он. За несколько секунд никаких отеков и морщин под глазами. Средство для мгновенного преображения кожи вокруг глаз. Клеточное возрождение называется. Убирает и разглаживает визуально припухлости и морщинки. Здесь всего лишь 15 миллилитров в этом кремике. Ну, вот такого у него, вот такое у него оформление. Давайте смотреть дальше. Еще одной знакомой заказала вот такую вот водичку. Водичку Amor. Я вам ее уже показывала, какая она, потому что я себе в прошлом каталоге такую заказала. Обожаю эту воду. Она очень стойкая, прекрасная. Такой, ну, прекрасный аромат. Очень ее люблю, я ей уже давно пользуюсь. Эту, естественно, распечатывать я не буду. Взяла я, девочки, тональный крем. Ну, крем, конечно, я вам покажу. Вроде у меня и есть тональники, но захотелось мне вот такой вот крем попробовать. Вот такой вот он крем. Не знаю, как там фокусируется или нет. Сейчас я одену очки и... Здесь написано все не на русском, 30 миллилитров. Вот такой вот он. И что у нас тут обещают? Сейчас я открою страничку, и мы посмотрим, что же нам тут производитель обещает. Обещает нам устранять тусклость, придавать коже сияющий вид и подходит для чувствительной кожи. Очень хорошо. Кожа у меня не чувствительная, но я решила себя просто оградить от разных неприятностей. Поэтому, если для чувствительной кожи, значит, он
будет какой-то, ну, хороший, наверное. Ну, попробую, попробую, узнаю. Потом обязательно расскажу вам в пустых баночках. Ну и еще, девочки, у меня много-много вот таких вот пробничков. Эти пробнички были по 59 копеек. Если два, сразу заказываешь два. Вот я заказала себе таких вот 4, и девчонки себе тоже захотели попробовать. Это не целлофановый мешок, так что у меня вот таких вот пробничков очень-очень много. Но скажу честно, я понюхала уже. Вот сейчас у меня на одной руке у меня один аромат, на другой руке у меня другой аромат. Здесь мужская водичка, а здесь женская. И что я вам могу сказать? Мне даже мужская водичка нравится больше. Но если даже сравнивать от Кензо первые воды, которые были вот в прошлый раз в каталогах, которые уже, наверное, с год у нас идут, то те ароматы мне нравились больше. Ну, а к этим, в принципе, надо еще, наверное, привыкнуть. Вот я попробовала их, такое двоякое у меня ощущение. Женское для меня сладковато. Сладко как-то. Совсем женское. Вот можно сейчас, вот я уже могу сказать точно, женское мне совсем не нравится. А мужской аромат, он прямо какой-то немножечко, там, наверное, хвоя есть. Вот что-то такое вот холодненький какой-то немножечко аромат. Вот это мне чуть-чуть больше нравится. Ну и последнее, это опять моя любимая приятельница заказала себе пижаму. Ох, и любит она новые пижамы. Ну, пижамы здесь очень хорошие. В Avon пижамы отличные. Они, по-моему, итальянские. Качество у них всегда хорошее. Померить на себя не могу, потому что размер 54-56. Вот. Но я сейчас открою и вам покажу. Посмотрите, как она красиво оформлена. Здесь вот так вот завязан бантик. Но я думаю, что я сумею потом ее обратно также запаковать. Поэтому я вам ее покажу. Верхняя часть у нее вот такая вот. С такими, вот надпись на ней. На черном фоне золотыми. Буквочками золотые звездочки. Что здесь написано, не знаю. Английского языка не знаю. Китайского тоже не знаю. Вот. И вот такие вот штанишки. На штанишках здесь шнурочек затягивается. И внизу есть манжетик. Есть манжетик. Все штанишки в золотых звездочках. Очень красивые. Вы знаете, я даже начинаю подумывать, может быть, мне тоже такой надо костюмчик. Хотя я больше люблю спать в ночнушках. Ночнушки у меня все шелковые. Вот люблю я не люблю, ну, не люблю я хлопок. Мне в нем жарко. Я люблю шелковые ночнушки. Вот. Поэтому штанишки, это будет, мне кажется, что будет очень тепло. Под одеялом будет очень тепло. Вот. Ну и в заключение, так, что-то я тут много сегодня. У меня новый каталог. Вот такой вот, 15-й. И еще мне привезли вот такой вот листочек. Это распродажа. Мода и стиль. Вот такой вот. Здесь тоже есть пижамы различные. Не знаю, хорошо ли вам видно. Но вот так вот покажу. Вы же знаете, что я теперь снимаю телефончиком. Поэтому может не фокусироваться. Вот камера фокусирует очень хорошо. Как бы я ни двигала
как бы я ни передвиг... в общем, не передвигала перед камерой какую-то вещь, то всегда она фокусировала сразу. Телефон так не фокусирует. В движении он не успевает. Вот. Но пока придется привыкать к этому. Ну вот и все, мои дорогие. Вот такой вот у меня был заказ. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Пишите. С вами была Галина.